22 марта в Казанский федеральный университет прибыла делегация с Китайской Народной Республики. В холле главного здания делегацию торжественно встретили студенты из Китая, которые проходят обучение в Альма-Матер. В ходе визита гости посетили музей истории, императорский зал и комнату Ленина. Представители делегации ознакомились со структурой университета и возможностями, которые Альма-Матер представляет студентам. Стоит отметить, что студенты из Китая с радостью выбирают КФУ для получения образования. Так, на данный момент в университете учатся свыше 500 студентов из КНР. КФУ активно привлекает иностранных студентов. В 2016 году КФУ в рамках объединенного стенда Министерства образования и науки Российской Федерации принял участие в международной образовательной выставке China Education Expo 2016 в Пекине. Казанский университет в рамках реализации партнерских соглашений и участия в совместных научно-образовательных проектах сотрудничает с целым рядом университетов, научных организаций и компаний Китая. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.